Меня зовут Гена, я житель, коренной житель города Николаева. А почему вы здесь находитесь? Мы здесь находимся, я защищаю свою родину, конкретно свой город, даже не побоюсь того слова, свою родину от фашизма, бандеровцев, которые с детства мне мои родители, моя покойная бабушка говорила, что это наши враги. И тот, кто сейчас в Киеве машет бандеровскими флагами и говорит, что он представляет мои интересы, интересы моей семьи, интересы моих соседей и многих людей, живущих в Николаеве, это обыкновенная ложь. И мы прекрасно понимаем, на чьи деньги это все делается. Тех малолеток, которые пригнали с Западной Украины, которые воспитывали 20 лет на американские деньги, которые делали подмену и ломали историю, подменяли нам ценности, которые делались. При Ющенко, который пришел на, опять же, на западные деньги к власти, и теперь пожинаем плоды этого. А мы, миролюбивый народ, который здесь в это время трудились, и все это дело ах и ах, ах и ах, возмущались, но трудились дальше. Но теперь уже дальше отступать некуда. Мы здесь никакие не тетушки, нам никто ничего не платит. Мы люди, которые встали на защиту своего города, своей родины.